Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Добро пожаловать на видеообзор от Publita. Сегодняшний наш гость – это кепка полевая Field Bush Cap от известного производителя тактического снаряжения в Украине Pivanji Tac. Давайте познакомимся с ней поближе. Что из себя представляет данное изделие? Это кепка с длинными полями, которая защищает шею и уши от солнца и ветра, изготовленная из материала сплетение рипстоп, который состоит из 35% полиамида и 65% катона. Мягкая, приятная на ощупь, скроенная с учетом эргономики и размеров головы среднего человека. Для регулировки по объему имеет шнурок с кордстопом, благодаря которому можно отрегулировать комфортный диаметр кепки. Также особенностью данной кепки является задняя часть, видите, которая защищает, как я говорил, шею от ветра, солнца, дождя, не дает ей обгореть. И при необходимости, когда вы ей не пользуетесь, может быть сложена подобным образом, и кепка может быть использована как классическая бейсболка. Вот таким вот образом. Козырек достаточно жесткий, простроченный. По всей периферии кепки нашиты липучки типа мама для идентификаторов, на которые можно разместить нужные вам нашивки. Видимые или инфракрасные идентификаторы, группы крови, именные нашивки, это удобно. Для принудительной вентиляции присутствует отверстие. Все в ней продумано и удобно. Данная кепка может быть и не может, и станет выбором правильным для рыболовов, туристов, любители активного отдыха и военных, которые оценят комфорт и качество пошивов, и материал, который быстро сохнет и очень комфортен при носке. Более детально о данном изделии и о других изделиях от известного украинского производителя Pivanji Tac я расскажу в своих обзорах. Читайте блог. Подписывайтесь на видеоканал, у нас каждый день новые новости. Спасибо, что остаетесь с нами, и всего вам доброго. До новых встреч!